Это гордость города Северска. Меловой карьер. Единственное место, где хоть что-то еще функционирует. Предприятием владеют немецкие олигархи, которые закупили завод Solidaric Now. И за 5 миллионов гривен выкупили этот. Ну, руками тут еще что-то есть. Работа есть, кипит все. Само предприятие находится, есть даже трактор импортного производства. Так что не так уж тут все и плохо. Все это и находится. Пока весь он жив еще. Но кто его знает, что он будет в будущем. Но все-таки какой здесь краевид. Красота все-таки.